Всем привет! Решила вам показать красоту неописуемую. Кофе мне несут, наверное. А, это уже завтрак. Это завтрак. Ага, спасибо. Авокадо с томатами и с миксом салата бейзи. Вообще. Яйцо медиум, оно изначально коричневое. А яйцо копченое, да? Да, оно маринованное. Маринованное. Такое прям. Спасибо, седьмо. Спасибо. Угу. Потрясающий вообще завтрак. Сейчас я буду вас соблазнять едой. Мое любимое занятие. Сейчас вам покажу. Смотрите вообще. Вообще. Умопомрачительный. Завтрак умопомрачительный. Сейчас я попробую вам скажу, как это. Дома так не приготовишь, конечно. А вот это что? Какие-то помидоры. Но маринованные. Боже мой. У меня кулинарный экстаз. Чем хороши вот эти все спа-центры? Тем, что здесь трудно переесть, да? Тут прям все. Все посчитано по калориям. Все посчитано по калориям, да. Мы насыщались максимально до обеда. Угу. Приятно. Спасибо. В общем, 1500 калорий у меня на сутки. Единственное, что немножко поздновато завтрак, потому что я встаю очень рано. Я сегодня проснулась в 5 часов, и в 6 я уже побежала на море. Ребята, вот это не понимаю, что это. Понимаю, что это авокадо. Какой-то он... Как будто бы вот распаренный, не сваренный, а вот распаренный. Так, яичко копченое. Приятного всем аппетита. Я вот обожаю такой отдых. Я не люблю гламурные всякие курятники. Вот это отдых настоящий такой. Для души, для тела, для любви. Приятного всем аппетита, кто завтракает. Из Саратова. Вот как у вас в Саратове погода? В Москве сейчас очень жарко, но вот эта жара, которая в городе, и жара, которая на море, это две большие разницы, конечно. Друзья мои, это потрясающе. Сейчас 10 часов, мы идем Трейнкур, какой-то тропой. Мы же на возвышенности находимся, поэтому мы пойдем по тропе вниз к морю. Я сегодня в 6 утра побежала на пробежку, как обычно. Но я побежала по дороге, у асфальтированной, где машины ездят, как меня такси вез, таксист. И на меня напали собаки. Охраняют какой-то там особняк. Я, видимо, их испугала. Они на меня как напали.
Хорошо, что не покусали. Вот, я добежала все-таки до цели, до моря, искупалась. А сейчас мы пойдем уже с сопровождающим. Девушка фитнес у нас вела сегодня, зарядку. И она нас пойдет сопровождать уже по, не по трассе, а по лесной тропинке. Пойду посмотрю. И завтра уже эта тропинка в 6 часов одна побегу. Очень прекрасный завтрак. Необыкновенная погода. В Саратове лето. Спасибо. Спасибо. У меня сегодня опять день весь расписан по процедурам. А я сегодня взяла, у них такой талмуд еще, дополнительным процедурам. То есть вот то, что у меня в цену вошло, у меня вошли какой-то пакет процедур, уже туда вошел в цену. Заплатила я что-то около 100 тысяч за неделю. Вот. Но можно взять дополнительные услуги. Я сегодня посмотрю вот этот справочник. Здесь самый такой настоящий медицинский центр. Здесь все делают процедуры по лицу. То есть можно гиалуронку сделать, можно сделать там ботокс, диспорт. В общем, все препараты есть, я посмотрела. Здесь очень большая база такая медицинская, приличная. Есть остеопат, есть мануальный терапевт, какие-то еще специалисты есть хорошие, не обратил внимания. Друзья мои, всех обняла, еще выйду сегодня в эфир, буду спешить уже. Расскажу подробно, задавайте вопросы, я вам потом попозже все расскажу поподробнее про этот отельчик. Он чудесный, он такой, знаете, прям утонченно какой-то колоритный такой вот, на возвышенности, тихий. Здесь шум вот этих цикады просто потрясающий. И больше ничего не слышно, только эти цикады. Воздух необыкновенный. Народу очень мало. Нас в отеле всего, наверное, человек 15. Вы представляете? Всего 15 человек. Тишина, покой, полный релакс, вообще полный. Пока.